Летом еж средь бела дня постречал бельчату пня. Глянул ежик у бельчат, кузовки полны маслят. Еж спросил из интереса: «Где гуляли?» «Мы из леса». «Отправляйся в понедельник, дядя еж, с корзиной в ельник. Там, бельчата говорят, понатыкано маслят, негде и воткнуться лапки. Там маслята шляпка к шляпке, шляпкою не назовешь. Как зонты грибочки, еж!» «Не забудьте, дядя ежик, прихватить с собою ножик. Чик! Ножом и в кузовок, и грибы сушите впрок». «Ай да супер приглашение! Но сегодня ж воскресенье! Не до завтра не втерпёшь!» — отвечал бельчатам ёж. «Может, в лес сегодня всё же?» — почесал затылок ёжик. «Нет уж, лучше в понедельник вам пойти в соседний ельник». «Я вас что-то не пойму. Лучше? Это почему?» И ответили бельчата: «А мы еще не все маслята ельники собрать успели. Дождик был среди недели. Мы, короче говоря, проболтались. Видно, зря». К ежику пришла идея. «Угадайте-ка, был где я? Я ходил в одну лощину, там видал кусты лещину. Что ни куст, крупней орех!» — разбирает дядю смех, видя, что в глазах бельчат искры жадности горят. «Дядя еж, понятна суть, подскажи к лощине путь». «За дубравой березняк, дальше сами знаем как». Побежали, полетели. Ну, а еж туда, где ели, по тропинке прямиком. Возвратился с кузовком, полным доверху маслят. Еж перехитрил бельчат. Там орехов нет в помине, только терен синий-синий, не крупнее весенних градин. Проучил так ежик жаден.